Ребятки, добрый вечер. Я дома. Я пришла с работы и начинаю готовить борщик, ребят. Борщ – це сила. Сейчас мы будем делать зажарку, а я буду с вами разговоры разговаривать. Ребят, помните, я интригу держала? Первую, у меня их не одна, первую открываю вам радостную весть для меня. Именно для меня. Это мое, это наше, это... В общем, я отработала больше 30 лет на атомной станции и решила, что при получении назначения мне пенсии по вредности, по соотношению к здоровью, все это произошло, и я сегодня написала заявление об уходе. Но оно еще будет долго в делопроизводстве. Это вся бумажная вот эта вот волокита, вся вот эта вот вся тяжба, скажем так. Ну, меня это мало касается. Делают это, сами понимаете, какие отделы по трудоустройству и так далее, отделы кадров и так далее. Ну, в общем, суета. И я буду свободной птицей в свободном полете. Радостная, веселая, энергичная, молодая. Буду работать с каналом побольше, буду ездить, буду развлекаться, буду отдыхать, снимать, вести влоги новые, делать контенты прекрасные, прикольные на природе. Где будем ходить, ездить, там и буду все вам снимать. Я думаю, что будет, было неплохо, будет еще лучше. Сама себе поставила цель. Работаем, не унываем. Нужно двигаться, движение – это жизнь и так далее. В общем, вот такая вот новость. Порадуйтесь за меня, пожалуйста, кто может, пишите, отвечу. Сегодня на работе я пыталась и дома уже сегодня, и с утра, и вечером вчера вам поотвечала на ваши вопросы, поблагодарила за понимание, за 3000 подписчиков, уже 3027. В общем, все движется, все бежит, все стремительно растет. Спасибо вам, что вы у нас есть. Мы с Витюшкой очень-очень рады. Вчера был очень энергичный вечер, очень хорошо мы провели время с друзьями. Еще впереди много хороших, скажем так, позитивных вещей будет происходить в нашей жизни. Все это будет впереди. А на сегодня мы готовим борщик. Витя у меня сварил. Опять томил свиные ребрышки. Бульончик прозрачный, с морковочкой, с луком, с лавровым листиком. Вот. И будем делать сегодня красный борщ, готовить. И купила я два кабачка, хочется мне пожарить. Понравилось мне у Юли, она брала на дачу. То есть вот кабачки я раньше всегда пережаривала, перемазывала майонезиком, чесночком и понимала, что они начинают стекать. Майонез, скажем так, превращается в соус, оседает на дно тарелочки, и кабачки плавают в этом соусе. А она сделала умнее, она в маленькую пиалочку сделала, надавила чесночка с майонезом, отдельно привезла в судочки жареные, но она делает с мукой, я без муки, ну то такое каждому свое. И было прикольно, то есть берешь кабачок, на краешке ложечки ложишь соус сверху кабачка, и прикольно, он сухонький, хрустященький, вкусненький и довольно-таки долго он держится в таком виде, что его хочется все кушать и кушать и кушать. А когда он лежит в майонезе, то понятно, он начинает плавать и так далее. Витюшка у меня дома навел порядок, протер полы, наварил бульон, меня встретил, мы соскучились друг за другом. Человек мой романтик закидал меня вчера цветами, я лежу как фея русалочная в этих цветах. Ну, почему бы и нет? Лучше прикалываться, чем горевать. Согласны? Я уже вижу, вы покажете. Да, согласны. Вот и мы такого же мнения. Мы друг другу... Добрый вечер! Витюха, прискакало мое чудо. Всем хорошего вечерочка. Мы тоже скоро будем. Ну, борщик тут. Да, это быстро. Через полчаса, я думаю. Картоха, я знаю, варится, ну, бурячок тушки. Картошка? А ты бурячок варится? Да? Нет. Все. Картошка, я знаю, 20 минут где-то. А Лена
паси, делая горячие трошки, паси якобы. Пассируй, ну пассируй, да, чуть-чуть. Да. Да, это и тоже быстрее. А капуста очень в конце бросаете. Всегда в конце, я ее никогда не перевариваю. Там очень берем две морковочки. Что? Куда ты? Морковку беру. Там да, есть вот еще? Тут. Давай. Да, да. На вот эту. Сколько нет, это много? Нет, сколько возьми, сколько надо. Все, сейчас надо разобраться с пакетиками. Тут много пакетов лично. Я не успеваю. Сложи это все в один пакет, у меня горит это. Вот так, пожалуйста. Не надо водить, тут все разные. Чищу морковочку. Горячок не надо, тут два пакета. Я все взяла. Вот такие вот, ребятки, дела. Не надо, согласитесь, что это здорово, да? Кто-то боится пенсии, кто-то боится. Я, наоборот, к этому стремилась. Мы вдвоем на пенсии. Вите не скучно, мне хорошо. Вот, и, скажем так, мы не отчаиваемся и не грустим, что зять мне сказал, мама, это цифры. Я так и думаю, что всего лишь цифры, пусть себе тикают наши часики жизни, а мы будем стремиться эти никуда стрелочки, да, денемся, да, стрелочки будем притормаживать, как можно сильнее притормаживать. Понятно, это мы фокусируем взгляд на том, что да ну, да ну, да ну. Нет, понятно, жизнь свое берет, годы идут. Но главное быть душой молодым и не унывать. Убери, убери сковородку, я сейчас еще зачищу, убери ее просто или выключи. Видите, у меня помощничек, видите, я чищу, он помешивает. Вот так, все вдвоем. Ну, чтобы пожарник не поднялся. Не-не-не, пожар... у нас под нами живет, да, пожарник, видите? Не, а. Или надо? Не-не, в том доме. Я просто фильм был, там, Джига, да, я тут говорю, Джигарханян. Джигарха. Ханян, да. Фильм был, где приехал, ну, Тамару, первый класс, приехал с Грузии, Абхазии, из Грузии такой колоритный дед, вино, и 1 сентября он с вином, бочонок внуку, вина, внуку на внук Тамара, да, Тамара. И пошел, помню. Вино прекрасное, сухое, там, и он пошел, там это, ну сразу кто-то возмущается, ну всегда такие найдут, а что как можно. Не, ну да, первое школа, сентября. Школа, да. Ну, это же вино, это же... Здоровье. Да, именно что там же по чуть-чуть оно вино. Говорят, кто пьет вино как воду, он не достоин вина даже, понимаете. И одет такой же колоритный, во всем же это. На балконе мангал распалил. Да, и шашлык. Решил шашлык. Смотрю, баклажаны, внук Тамара. Баклажаны там эту. И горит все себе балкончик. Пока он сюда, тут уже пожарник поднимается. Пожарный. По лестнице уже тут. Усатый такой тоже артист. Колоритный, так смотрите. А что тут у вас? Да нормально. Ну, короче, как. Такие мужики уже. А как он назывался этот фильм? Не Мимино? Нет. Не-не-не, не помню. А. Такие эпизоды прекрасные, хорошие. Угу. Так, я говорю, пожарник. Раз, а тут пожарник. Ага. Ну, тут 13 этаж, эту лестницу надо очень-очень-очень большую. Ага. Погода на улице великолепная, ребят. Солнышко. С утра дождик прошел небольшой. А сейчас солнечно, тепло, 22, по-моему, да, видим? Да больше, наверное, я думаю. Где-то 24 почти, да. Ребят, почитала ваши комментарии, хотела вам сказать, что как здорово, что вы со мной общаетесь на том же уровне, то есть рассказываете. Я вам рассказала свою молодость, свою жизнь, свои жизненные метаморфозы, что со мной происходило. А вы порассказывали свое, мне я благодарна вам, мне интересно было, я отписалась всем, ну, кому успела, может быть, не, но, не всем, извините, если не успела, ну, в общем, все читала, ну, многим написала отзывы, спасибо за поддержку, очень интересно, женская доля, женская судьба, она настолько разна, ну, как-то у кого-то сложилось, но очень
серьезный дом. Такой, как, да, такие, да, да. Ну, действительно интересно, знаете. О каждой жизни человека можно написать книгу. И довольно-таки неплохую, то есть вестерны, вот эти вот все, это самое, ну просто могли бы отдыхать. Есть, конечно, такие жизненные... Сколько эпизодов жизни, да, сколько событий, сколько эпизодов. Человек — это вообще вселенная. Это мир, внутренний мир какой-то. Да, это очень и очень. Очень не очень. Видите, любимая, видите, у меня трошечки, люди говорят, что не обращают. Да, я не буду обращать внимания, ребят, я буду говорить на гривны, рубли, я буду говорить трошечки. Ну, не всегда. Я ошибаюсь, и это верно, все верно. Все, что я не делаю, я делаю правильно, потому что я так считаю. Ваше мнение говорит, ой-ой-ой, неправильно, бог с ним. Это самое. А у Вити есть, как ты сказал сейчас? Очень не очень. Ибо. Да. Ибо. Очень не очень. Вот так. Вот. Настроение. Просто. Летнее. Хорошо. Все радует. Вы знаете, как говорится, не гневлю я Бога, но... Я вчера с Витей разговаривала, я говорю, Витя, и тебе тоже так хорошо, как и мне? Он говорит, да, конечно, действительно, аж страшно порой. Ну, боженька, прости, если я, скажем, перегибаю палку, но когда радуешься жизни, и все здоровы, и все спокойно, и все хорошо, и добиваешься всех целей, которые поставила, ну, это ли не чудо, ребят, вообще, то есть, ну... Хочется, только хочется жить и быть здоровой. Я вам желаю, будьте здоровы, живите в удовольствии, получайте от жизни только удовольствие, потому что, вы знаете, что я сейчас скажу, быстротечно и так далее. Ну, скажем так, не хочется быть назойливой одно и то же, я что же вам не буду говорить. Все вы сами понимаете и знаете, мы люди все взрослые. Но не каждый умеет радоваться цветку, небу. Вот вы увидели, да, кто-то написал, далее на выправую, оглянешься сзади на небо, на облака, на, ну, чудо просто. Сейчас солнышко просто светит, не видно всех прелестей облаков. Ну, но разве это не чудо? Один человек смотрит на лужу и видит лужу, а другой смотрит и видит там отражение звезд. Вот и все. Ну, я же рассказывала про твою дверь, про нашу дверь, которая, я говорю, Витя, смажь дверь, это же музыка, вот то же самое. А, двери, петли, да. Для кого-то скрипят, а для кого-то поют, вот для меня поют, конечно. Вот этот звук мне нравится, там, как бы. Вы знаете, да, мне кажется, иногда даже хочется быть вот даже чуть-чуть чудаковатым и смешным. Пускай лучше так, чем, ну, а все же, помните, вот на чудаках, чудаки все придумали, да. Всякие эти, что вам интересно же, чтобы не было чудаков. Первобытные люди жили в себе, то они жили, да. А тот чудак взял, придумал, натянул эту струну и бэм-бэм-бэм, музыка туда-сюда пошло развитие, а так... Ну, а другой говорит, чудак, я найди, лучше там забей какое-то животное. Мама-то приволокает. Дурака валяющий потом. Понимаете, вот есть такие пути. Ну, оно все... Ну, чудаки, все держится на дураках и на чудаках. Не, ну мы второе, мы чудаки, но... Не, ну мы чего, просто... Не, по сравнению, есть такие там хитро, как бы... Жарени? Да, то они нас считают, ну, вообще, ну, это... Понятно, что... Вот наш, моя мама, работали за трудодни. Понимаете, палочки ставили там, вот там, что... Их раб, ну, они рабы были, паспортов не было. Это вообще... Да. Широка страна моя родная была, но я другой, где-то больно тысячи человек, а мне паспорт ему не дают, понимаете? Вот. Тоже. Сейчас не лучшие пришли, тоже. Так, а политики не слова? Не, сейчас. Витя, где капустка, достанем капустку? Это не политика, это... Просто дискуссия идет такая, что...
Ну, кто же на меня не скажет, дурак, сколько я, 45 лет стажу. Ну, не дурак, вот там некоторые, ну, настолько вот работал. Мало кто скажет, что это, ну, нормально, мужик молодец. А другие скажут, да, ну, чем он хвастается там, типа, да? Как лучше пирамиду создал бы, пирамиду, вот так, эту, да, например. Мавроди. Злодий Мавроди. Царство небесное ему дал. Тоже ж народ кидал в эту. И он умный, и он не дурак. Да, не будем, я просто. Хочется, ну, бывает это уж. Видишь, о, дождик, дождик. Несправедливость, вот это все. Дождик, так, пасты. Пасты, сейчас я найду свой перчик. У нас на Украине пока никогда не было еще. И выбором нормальных, как бы. Это только начинается чуть-чуть. Нет. Еще так, я думаю, лет 50 надо, чтобы... На... Я нырну. Новое поколение, где-то они будут смотреть на Европу, где-то свое. А наше поколение, это ж много таких, что назад, союз. А сейчас у нас вообще непонятно, что вообще. Нашла. Но... Ну хоть союз был там, какая-то была там порядок, можно куда-то было. Простому человеку пойди там, пожалуйста, в какой-то час. Ноль. Ну надо деньги иметь, чтобы там, если суд, то надо деньги. Суд это игры для богатых, я считаю. Суды наши это игры для богатых. Там адвокаты, тараканы и кто-то все. Я говорю. Ну такие у меня. Я тебе иногда не могу остановить. Вы меня ругаете, дайте Вите слово. Ну, я цензура, ну, хочется. Что можно сказать, а что не нужно говорить. Не, просто я жизненное наблюдение, что люди даже. Чуть-чуть. Понимаете, адвокаты могут черные обелить просто, а белые очевидно. Вот их не там. Все. Замерзший этот самый перчик. Прекрасно. Нет, это много, мне надо отковырять. Ну, а так все хорошо. Прекрасная Я доволен. Все хорошо. Вот, все, с капустой мы сейчас тоже решим. Почем капуста уже видят? Дешевеет, нет? 2 на 10 гривен. А гринёв можно казать? Видите, такое хорошее настроение, что хочется петь. И я пою. Солнышко моё, вставай! Ласковый и такой красивый, может быть, это любовь, я не знаю, но очень похожа на рай-ла-ла-лай-ла-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай-ла-лай. Вот видите, я вам одну рассказала, потом еще парочку-тройку дней пройдет, еще расскажу. А, ребят, я не помню, Витя спрашивает, Лена, ты рассказывала про молодость, про учебу, про это, как все у меня слаживалось в жизни. Не помню, рассказывала вам про институт в Севастополе или нет, тоже очень было хорошее время. Я еще успела выучиться в Севастополе, сейчас уже это не наша, скажем так, да. Ну, по профессии не удалось поработать, потому что. Ну, бог с ним. Я не жалею ни о чем. Вот. И поэтому учиться здорово. Студенческие годы – это чудесное время. В
Погода прекрасная. Дождик, пыли нет. Угу. Все буйствует. Я так уже не помню. Прошлый май был, там все сгорело. Все пожелтело, травы тут все. А я тут и позапрошлый там помню тоже. Тюльпаны помню, только расцвели, распустились. Один день, два и все. Жара барила. А сейчас борода пошли же, конечно. Но. Пионы сейчас долго вот стоят уже сколько, да? Да. Я еще куда принеси. Когда ты был? Дня 2-3 назад на даче, нет? Не помню. Не помню. Я принеси мне мою повязочку. Она где-то в ванной. Тече из меня. Печка включена. Не хочу еще включать кондиционер. Еще не так сильно жарко, но не стою вся как мышь. Но это же не дело, правда. Найдешь? А, жара. В ванной, да? По-моему, да. Посмотри, пожалуйста, был в ванной. Без повязочки я не живу. Вот такой организм. Ну, маленечко. Я призываю быть. На прихожке нет. Иди поговори сейчас с ребятами, а я поищу. Не могу, прям затекаю. Так, пассировочка происходит. Надо, ты мимо прошел, скажи, не бат. Ты не тот, что из дома, нет? Да. Да. Не бат. У ванной? Ну, куда я тебя послала, там? У ванной. Буду... Ты ванную послала, да? Конечно. Ну, на трубах нет. Только оттуда, он висел на трубе, как ты называешь? А чем приложенный был? Ничем. Ну, мы не заметили. А вот знаете, как это в зоопарк ходил, рассказывал, ну что ты бачишь там? Ой, боже, там такие микроскопы видно, такие махенькие всякие там жучки-паучки, потом, ну такие махенькие там, ну все там рассказывает. Там зайца видел, там обезьян туда-сюда. Ну а слона-то ты видел? А вот слона и не приметил. Ну, он на микро смотрел, на макро. Не обратил внимания. Да и я, ну не обратил. Здесь оно было на холодно. Иди, Сонечка, почисти мне лучше этого чесночки. На трубе и все. Печи мы, да. Там носки были. О, вот так. Вот так и живу, всю жизнь в повязке. Вот такая я красивая. Вот такая я счастливая. Надо чиселочкой брать. Быстро плесень появляется на пасте сразу же. Мне надо полить подсолнечным маслечком. Но знаете как, сначала надо вот это все очистить, чтобы она была, баночка была сухой и чистой. Убрать остатки пасты и заровнять и полить подсолнечным маслом, чтобы не бралась плесень, буквально граммовичку. И чистой крышечкой. Оп. Получается и такой защита, консервация. Да. А ты не солил бульон? Вообще. Так что я начал. Солим. Вот, сейчас там у меня закипает борщик, я уже потом сковородочку поставлю. Так, и значит что, давайте тогда так, пока я готовлю борщ, так, вроде то, что хотела вам сказала, выключусь, потом, ну, как всегда, я вас найду. Все, ребятки, я все приготовила, ужин на столе, да, мы будем ужинать борщом, потому что хочется, жидкое я сегодня не кушала. Витя кушал бульон, ну то такое. Захотелось нам борща, мы его будем сейчас есть. Вот наш прекрасный борщик. Вот это ребрышки из борща. Хлебушек Витя купил. Вот этот Дарницкий, да? Ты Дарницкий брал? Это да, сделал да, сухарики для кваса, я кусочек я порезала.
Нажарили мы целую горку кабачков без муки. И сделала я майонезик с зеленью и с чесночком. Все, мы садимся с Витей. Соус, да. Мы садимся с Витей кушать. Всем, кто и сейчас вот ужинает, приятного аппетита. Вот, наконец, пришел тот час. Смачного, Витя. Смотрите, какой. Да, а ну давай, помешай красоту. Какая палитра красивая. Смачно. Я хочу показать небо, какую красоту. Вы же тоже ее видите так, как и я, правда? Да, красиво. Посмотрите, какая серая тучка. И как будто бы кораблик такой. Парус, белый парус, а это корабль. Рваная такая вот палуба и сверху белый парус. Действительно похоже чем-то на корабль, который... Ой, подождите, наверное, не на корабль, а на какого-то, на какую-то птицу с открытым ртом и с крылом, да? Посмотри, угу. Как вроде как открытый рот и крыло. Сколько всего можно и увидеть? И крокодильчик какой-то, то ли это, то ли птица, то ли крокодил. Вот такая красотень, красота, красотень, красотенище, и цветы, и мы, и растеница. Все, доброго дня, хорошего вечера, уютного. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пишите комментарии, ставьте лайки, колокольчики и подписывайтесь к нам на канал. Всегда с вами Лена и Витя и погода в доме. Все, до завтра.